всем подписчикам. Я продолжаю примерять амплуа разных спортсменов. Моя роль сегодня – хоккеистка. А тренировать меня сегодня будет Сергей Зоткин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала оденем форму. Давайте. Точнее, отдай на клюшку пас, сильнее ударь. И все в порядке, если только на площадке. А вот теперь единственное в хоккейной форме, чисто женский антураж. Пошел. Самое интересное, что сейчас вот из нас двоих Сергей знает, как цеплять чулки к поясу, а я нет. Настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Мне всегда хоккейные перчатки напоминали такие робо-руки. Это была хорошая идея? Есть сомнения. Вперед, вперед, вперед! Ребят, у нас новый партнер в команде, Анастасия. Прошу любить и жаловать. Я стынула шайбу. Вот стой, 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 стой. Поехали. Они меня сзади не догонят? Не догонят. Ну, не самое главное, не бойся и не уворачивайся. Ага. Если начнешь уворачиваться, тогда точно собьют. Ага. Все, едь спокойно. Хорошо. Все. Сами объедут. Да. Великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Нет слов, одни эмоции. Идти матом. Я буду просто кататься, можно? Что делать? Бросаешь и уезжаешь, все! Все! Все, уезжаем, поехали! Ну, я не поняла. Бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Пока у меня задача не упасть. Доехать? Да. Поближе подъедь. Поближе подъедь. Вот, молодца. Ну хотя бы вратаря попала. Что такое убей канадца? Убей канадца — это проигравшая команда остается вдоль борта. А выигравшая команда разбегается и бьется всей силы. Мы когда в зону заходим, за сильно, подворота заходит, поднимается. Ага. Андрей, ты главное не убей ее, она подворота поедет. Давай на дальний, Вась, на принимала в этом участие, но я рада. Ну что ж, я выжила. На моем счету голевой пас. Спасибо за просмотр. Предлагайте свои варианты нашей рубрики. Пока. До свидания. Спасибо, что не убили. Как из нее пить? Что так выполняете? Да. Это когда течет нормально. Еще и так делать. Yeah.